Всем привет, ребята, с вами Мишук 2010, и сегодня мы играем в игру под названием Совы Симулятор 3D. И да, мы сегодня будем кататься в режиме пассажира. Угадайте, где? Правильно, в России. В прошлый раз мы с вами катались в Санкт-Петербурге в режиме пассажира. А теперь будем кататься в Москве. Ну что ж, начнем, и какой бы мне поезд бы выбрать? Единственное, что первым вагоном всегда будет номерной на этой линии. Поэтому я возьму, наверное, Русич так для... Просто для этого. Так, вот станция ботаническая... Этот, Комсомольская вообще, ну... Эта фигня, которая была с верхним углом слева, она пиздит. Вот. Я всегда так, короче, говорил, так что извиняюсь за мат. Ничего страшного. А так я особо-то не матерюсь. В школе, например, я не матюгаюсь. Так, ну ладно, давайте рассмотрим станцию. Наверное. Ну и я думаю, вот сейчас вдаль давайте пройдемся. Мы с вами рассмотрим только первые три станции, потому что четвертая и пятая, они будут не такие интересные. Я, наверное, на четвертую выйду, если поезд оттуда доедет. Может, наверное, на всех станциях повыхожу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Выходим сюда. О, вон мы отсюда можем разглядывать. Так, тихо. Во. Пути там видно. Так. Ну что ж, ладно. Давайте я пока что отключусь. Сейчас, когда приедет поезд, я включусь, так что скоро продолжим, не переключайтесь. Так, ну что ж, вот у нас приехал поезд, и, как я сказал, вот головной вагон был номерной. Кстати, у нас вот поезд довольно-таки длинный, смотрите. Вот у нас последний вагон, но я туда не хочу, я хочу, наверное, в предпоследний. Так. Ну все, вот, смотрим сейчас. Сейчас, наверное, на следующей станции выйдем. Вот такая станция. У нас сейчас будут еще две красивые станции. Ну, тут первые три станции очень красивые, мне не нравятся. А вот дальше как-то не очень, на самом деле. Как бы по карте Питера. Тут на самом деле где-то два поезда, наверное, проедет точно. Ну вот, ладно. Сейчас он доедет. Ну, ждать где-то, ну, так же, как и в Питере, по сути. Чтобы так покататься, по логике нужно терпение только. Вот, видите... Сейчас будет станция Новослободская. Сейчас на ней я тоже выйду. Я в туннеле остановилась. Не понял. Вот, давайте выйдем. Погуляем по станции. Тут сейчас следующий поезд ждать недолго. Ну, что, пусть он уедет. Красивая станция довольно-таки. Да уйди. Так. Вот так атмосферно уезжает поезд. И так атмосферно поднимаются люди. И там начинают стоять. Ну ладно. Вот, кстати, тут даже пути подписаны. Круто.
Не помню, какой путь куда идет. Вроде там второй путь по часовой стрелке на кольцевой линии в Москве, а первый против часовой. Не помню. Нет, не хочу я выйти. И в чем прикол, я здесь подняться не могу. Ну ладно, давайте поизучаем гравюры. Какие гравюры здесь прикольные. Я знаю, с какой стороны мы приехали. Мы приехали со второго пути. Такие гравюры. Классно. Следующая станция, кстати, тоже будет длинная. Будет Воробьёвы горы. О, вот, как раз приехал поезд. Не понял, чего он так медленно на станцию заезжает. Давай, заезжай нормально. Давай, 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 давай. Чё так заезжаешь? Всё, садимся в вагон. Последний. Потому что я так хочу. Чё мне в передний садиться? Лучше в Русичи посижу. Кстати, наверное, надо было по Москве кататься на Русичи, потому что в Русичи я больше люблю. А вот так красиво. Все, уезжаем. Следующая станция у нас Воробьёвы горы. Фига текстура сейчас. Так, ну ладно. Как бы нам дальше третьей станции-то и не надо. Не понял. А, тут всегда так. Потому что там поезд, похоже, тоже медлит. Не знаю, но если я трафик здесь на средний выберу, то будет точно так же, как и в Канаде, только в два раза длиннее. Ну, в Канаде там только когда много, там тогда и нормально все будет. А вот если выбрать там средний, то ты заждешься там. Ну ладно, погнали. Вот-то повозка какая-то. Путеизмеритель, я не знаю, что это такое. Кто знает, напишите в комментариях. Там была где-то на путях. Нормально в повороты входим. Сейчас будут Воробьёвы горы. Очень красивая станция. Просто Москву брать не хочу, вот поэтому взял Русич. Так, атмосферно будет кататься. Вот, все. Все, вот, въезд на станцию. Он уже заехал. И 3, 2, 1. Вау. Классно. Блин, классно вообще. Так, давайте выйдем. Выйдем со станции, давайте. На станцию вернем. Давайте под в конец состава, кстати, пройдем. Тут офигел. Ты чё? Давайте посмотрим, как атмосферно уезжает поезд. Вот так атмосферно уезжает поезд. О, кстати, я могу теперь сесть спокойно в состав. Так, сейчас постараюсь пройти вот туда. Сейчас, погодите, вот. Прошли мы сюда. А вот сюда у нас, может, и не пропустит. Нет, не хочу я выйти, зато хочу через турникеты пройти. Походу, нельзя. Ну ладно. Пофиг. Попробуем поезда дождаться. Может, кстати, на эту сторону поедет поезд. Она неправильная.
Так, сейчас выйдем обратно. Вот. О, вошел. Ладно. Ну ладно. Красиво. Так. Ничего страшного. Ну что ж, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем удачи, всего доброго, всем пока!